Заходила. Лошадка приближается. Ой, она к тиграм подходит. Это те вообще там приземлились. Надо посмотреть такое дело. Да, миледи? Миледи, девчушечка. Ой. Мясо, мясо. Там тигры, это интересно. Я не поленюсь, вернусь назад. Такая сцена охоты. Мне смешно, потому что лошади, ну, пофигистка. Пофигист. А те там измываются. А это конкретно ближе всех охотится. Какие там все? Поближе, поближе. Ну не в моготу, ну не в моготу, а лошадь совсем рядом. Игрушка вам живая, да? И эти тоже все подходят. Тут я, говорит, сижу и охотюсь, не дает, а то измывается, тоже хочет поохотиться. Спрятался, не видно. Все мечется. Уже совсем близко, совсем близко. Щиплет себе травку. Лошадка. Ну все, лошадь возле них. Разделяет буквально только 1 метр. Вот наглая лошадь, да? И в ус не дует. Травка мирно, лошадка кушает травку.
для больших кошек белая большая крыска. Ой-ой-ой. Еще и дразнит вообще. Вот. Ой, ну ты и лошадка молодец. Еще и дразнит. Язык вам показывает. Дули крутит на копытах. Ой. Что, никак? Ох, ох, полез, полез. Ой, ой, что, никак? Если вам не скучно, смотрите, мне тоже интересно, что ж пока лошадка не уйдет, потому что там следующие в ожидании ее. Да, спасибо тебе, лошадка, ты мне такие кадры даешь интересные. Тигры на охоте, да, тигры на охоте. Уже все, отстали. Ой, я наоборот сижу. Что? Что, красавчик? Ну, лошадка уже совсем близко. А те, а те. Ой, ой, ой. А? Лошадка пошла. И они. А, все, мясо ушло. Она пошла туда.